Запишем ваши документы. Багажник откройте, пожалуйста. Документы дайте скажу. Ваши, я проверю, кто вы я такой. Я вам все скажу. Потом давайте проверю. Ваши документы. Может, вы... Я проверю, потом как я вы? Удостоверение вытащу вам. Вы что, не знаете законы? Уважаемые папа. Товарищ инспектор, ваше удостоверение в развернутом виде. Вы уже встали, с Касумкент уже тысячу раз останавливают. Вы что, вы издеваете, что ли, надо мной сегодня целый день? Багажник. Почему открывать? Почему он удостоверение не показывает? Пожалуйста, представьте. Я вам покажу, говорю, все, покажите. Я вам тоже покажу этот багажник. Вы уже за весь день уже мне надоели уже. Я тебе все покажу, братуха. Если надо будет, книжку. Братуха. Вот так выйдем здесь. Братуха. Братуха, ты не прав сейчас, братуха. Я тоже твой земляк, я все понимаю. Я тоже устал уже. Дай запишу данные. Запишу, дорогой. Сулеймону Герману Магомедовичу. Я должен видеть. Пожалуйста. Младший сержант милиции Сулейманов Герман, милиционер. Вы, значит, он, значит, не инспектор? Он при мне со мной работает. Значит, он не инспектор, я правильно понимаю? Будьте любезны. Двух понятых, протокол досмотра. Не досмотр, а осмотр, внешний осмотр. Осмотр, осмотрите машину, пожалуйста. Вы откройте, просто осмотрим багажник. Дорогие мои, вы уже устали, я с Консумкента уже вам доказываю. Вы хотя бы законы читаете или нет? Не, досмотр, правильно? Где, при гражданских лиц, вы правильно говорите. Где удостоверение мое? Где удостоверение? Дай удостоверение. Вот я такой же командир взвода, автомобильного взвода, как и вы. Вот, что вы от меня сейчас хотите? Ну что, нормально все, а что не говорите? Ну, если человек не знает законы, он должен их изучать. Гаспар Шабанович, мы же не знаем ваши... Три раза уже останавливаю, и одно и то же, ну неужели... Нельзя выучить простые вещи. Вот так говоришь, да, ты. Вот так, у нас положение нигде нету. Вот так же есть, в Дагестане положение нигде нет. Осмотр и досмотр правильно говорят. Видишь, человек осмотр, знает. Осмотр поверхностный. Осмотр внешний, да. Внешний. А что, осмотр? Ну,